Свой юбилей столица республики будет праздновать на протяжении недели. Подготовку к торжествам глава Чувашии обсудил сегодня с сити-менеджером Чебоксар. О предстоящих событиях и открытиях мой коллега Дмитрий Ковалев. Праздничный марафон стартует уже через 2 недели. Его кульминацией станет мультимедийное шоу об истории столицы региона. К юбилею города приурочили и немало событий. В Чебоксарах впервые пройдет международный фестиваль театров кукол. Приедут гости из Японии, Китая и Бангладеш. Программу юбилейных торжеств утвердили. Ко дню города приурочили арт-проект «Творческий бульвар», парусную регату на Волге, выступление пилотажной группы «Стрижи». Праздничный концерт из-за ремонтных работ на Красной площади перенесли на Певческое поле. Сейчас здесь заканчиваются последние приготовления. Чтобы добираться до Певческого поля было проще, в мэрии планируют запустить временный автобусный маршрут с остановками на улице Академика Крылова, Президентском бульваре и Московском проспекте. Впрочем, праздничный марафон охватит все микрорайоны города. В Альгешево, на Южном, Новом городе, на разных площадках будет... В разных микрорайонах. Да, будут разные конкурсы, фестивали, и будем вручать на этих площадках благодарственные письма и юбилейные медали. Мы уже говорили, разработали единые информационные стенды, которые разместили в учреждениях, в социальных учреждениях, на предприятиях города. Об истории города, о ярких личностях, которые прославили город. Востребованы так или нет? Отзывы какие? Горожан? Многие горожане подходят, смотрят, изучают. То есть, если это на предприятии стенды, то там 2 стенда по городу, 1 стенд по предприятию. На сегодняшний день уже завершаем оформление. Это и кольцевые развязки, и флаговые конструкции, цветочные композиции. Разработали сувениры, символы ко дню города. Это Чапаев и сувенирная продукция нашего символа – это памятник матери. На юбилейную дату намечено открытие школы в микрорайоне Волжский-3. Ко дню города глава региона поручил завершить дорожные работы. Нет там сбоев никаких? Безопасно, конечно, на дороге хотим все завершить. Там у нас были контракты разыграны на 4 улицы с завершением строительства в 2020 году. Но вот нашли возможность перераспределить финансирование. И, скорее всего, все дороги успеем отремонтировать к 20 числам августа. Тут погода, конечно, носит свои корректировки. Эти дожди постоянно мешают. Но в целом можем отремонтировать все дороги и запустить движение по одной стороне Сургутского моста. Глава республики отметил, что юбилейный день города его жители и гости должны запомнить надолго. Все рабочие вопросы решены. В целом все объекты в работе, все те мероприятия, которые предусмотрены в плане подготовки к празднованию 55-летия города Чебоксары, они тоже в работе. Люди, горожане ждут красоты, праздничного, хорошего настроения. Мы научились праздничные мероприятия проводить и улучшать социальное самочувствие горожан и гостей. Но то, что было в прошлом году, это уже все равно никому не интересно. И люди ждут каких-то новых проектов, инновационных проектов. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика.